Подільське управління спорту та молодіжної політики запускає новий челендж «Мастер-клас від професіоналів». Мета цього проєкту – показати, як треба правильно виконувати вправи, які можна робити в домашніх умовах. Ми хочемо, щоб кожен спортклуб нашого міста, а їх в нас вже 15, показали вправи з різних видів спорту. Це будуть вправи з фітнесу, бодібілдингу, спортивні танці, циркове мистецтво, східні єдноборства, йога та інше. У цей період, коли обмежена активність, коли діють карантинні обмеження, більшість наших жителів займається вдома. Тому ми хочемо показати усім, як і для чого робиться та чи інша вправа, на яку користь приносить вона для організму. Управління спорту та молодіжної політики продовжує челендж «Майстер-клас від професіонала». Сьогодні ми на тренуванні танцювального клубу «Лакшері», а це означає наразі четвертий випуск. Денис Володимирович, скільки років ви вже у тренерстві? Уже більше 10 лет я займаюся тренерством, воспитую своїх учеников. Є у нас також вже наші ученики, які вже поступили, продовжують, так сказати, наше діло творчества, також будуть випускатися, займатися далі хореографією. Танцювальний клуб «Лакшері» доволі молодий у Подільську, але досягнень у вас вже вистачає. Похизуйтесь. Да, нам в этом году уже будет 2 года. Не знаю, посмотрим, как с карантинными нормами будем. Может, хотим, конечно, праздновать, сделать концерт большой, чтобы люди нас увидели, чтобы детки поучаствовали. Также мы катаемся по Украине много. Детки занимают призовые места у нас есть, то есть привозим кубки, медали. Также есть как первые, вторые, третьи. Я также хочу поддержать челлендж «Мастер-класс от профессионала». Мы хотим вам показать элементарные движения из танца «Шафл». Это будут простые 3 движения, которые вы можете выполнять, несмотря где вы находитесь. Поехали, девочки. Разворачивайте лицом на окошко. Правую ножку ставим мы на носок возле левой. Шагаем правой ножкой вперед на пятку. И раз. Ножка правая подтягивается к себе, и левая ставится на носок. И 2. Стоит. Продолжаем теперь то же самое с левой. И левая, и к себе, и правая. Теперь делаем это все просто быстрее. Поставили ножку правую возле себя. Ножка на полу. Поехали, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второе движение. Ножки стоят вместе. Открываем ножки в сторону. Правая нога на пятку, левая на носок. И раз. Стоим ровненько, да. Ножки вместе. На и закрыли. И теперь налево. И 2. Есть. Теперь все вместе быстрее. Поехали направо и налево. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Хорошо. Теперь совмещаем 2 движения вместе. 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. И последний, 3. Ставим в диагональ, ножку правую к себе. Шагаем вперед. И 1. И ножку к себе разворачиваемся. 2. И 3. Возвращаемся. Ножка в сторону открывается. 1, 2. И подтягиваем лево. И лево в диагональ. И вправо. И лево. И в сторону. 1, 2. Есть. Поехали то же самое. Немножко быстрее. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь делаем все вместе. Повторяем 3 движения. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Есть. Ну а теперь по желанию можем пробовать под музыку. Включаете, ищите музыку в интернете «Шафл» и пробуйте те же самые движения под любую музыку из танца «Шафл».